Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с наступающим Рождеством Христовым. У нас, русских, есть особая привилегия сначала встретить этот праздник с большинством жителей западного мира, а потом непосредственно в своей родной стране. На самом деле это не так важно, какая дата является главной и точной. Это вопрос, который могут обсуждать историки. Важно, чтобы Христос рождался в душе каждого человека. Если Христос не родился в твоей душе, то ты погиб. И я думаю, что наша образовательная деятельность в Русской христианской гуманитарной академии является одним из способов показать, как рождается Бог в человеке, потому что наш Бог, в которого мы верим, это Бог Слова, Бог Логос, Бог, преображающий всего человека, но в первую очередь это преображение состоится через изменение его ума, через изменение его способа мысли. Вот то образование, которое мы пытаемся дать в Академии, и направлено на изменение человека. Желаю вам, чтобы на протяжении вашей жизни Бог рождался в ваших сердцах, в ваших душах, в ваших умах. С Рождеством Христовым!